Каску магом дайте, пожалуйста. 5 минут осталось. Мы всегда в этой точке стоим. Да нет, по-моему, близковато, ну ладно. Не, на уголку вот этого квадратика я всегда ставлю стаминку. Так. Давайте еще один рычаг популярный. Ну вот здесь. Давайте все в ромбик. Попробуй. Что, вы не хотите? Ой, да, да боже мой, ну что у вас тут ночевать? Хорошо, поставлю подальше. Здесь. Я приводиться надо теперь. Вот зачем? Вот зачем? Ну что, нормально ромбик стоял. Началось тут. Да и без метки можно. Прости, отец. Прости, отец, я твой люк. Метка пропала. Да, я всё, знаю. Что делать? Что делать? Бежать вокруг себя. Все, давайте в ромбике тотемы ставим. Все, все ставим в него, убегаем назад. Конечно. Ну вы не заметите. Где на батон стоит, да. Тут на уголку можно споткнуться. Да, в уголке споткнуться, но постарайся этого не делать. Так, ладно, все, я пуляю. Черепочек там у вас. А, старый. Звери, конечно. Напулы, где напулы? Романов, Невер. Нужно больше напулов. Я слабенький. АОЕ в мили. О, полетело. Да, стоп АОЕшку. Всегда это мягко. Ну, не помню, когда. Полюшка раскол. Да не, я вот это вижу. Да не, у меня как бы есть агро. Я смог там раскол нажмут локи нормально. Все, сейчас пока что моба не играем. Дайте мне агро набрать. 20 секунд на пола.
Можно в моба играть. Геру, давайте. Такнитесь в эту точку. Это мягко. Разбежались. В метку сбегитесь. Разбежались. Зоркий. Что? Да. Да ты просто сбоку стоял где-то на углу и мог уронить рейд. Я вот поэтому. Да со стрельни. Да просто не заметил. Давайте паролу, может, да? Гцизука. Песос 27 приора. Долго же Изука думал. Зорки, дай столик. Рейс, это забавный. У меня уже достаточно таких предметов. АФК 30 секунд могу? Пока ролл идет. Не по какой-то все метки бакает. Третий режим туда. Все, я пришел этот. Я пока не пуляю, только метки ставлю. По порталам у нас хилит идеальный. Идеальный, ты же там соло прохилишь? Ну, если люди не будут прям с ненавистью. Понятно, ладно, давай это еще spellbound. Зачем, 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 зачем? Один spellbound. Там одного. Да, мы сюда ходили. Одного хватит. Не умеешь. Так, Романов куда-то заходит, да? Нет, нет, да. В смысле, ты о чем вообще? В портал. А, нет, тут, блядь, ну подождите вы, ну ёпт. А, еще что не было инфа? А, да, у нас Анон, Райс, Спиракс, Вовпро, Хрипатый. Невер 5, 6, Хрипатый. 7 это Айнон. Баук, давай ты Венха здесь будешь. Будешь 8. Так у вас есть Невер. А, идеальный это 9. И кто у нас?
Вангрис, давай ты погуляешь туда. За что? Вангрис это 10. В итоге по меткам получается в кресте у нас Unknown и Pyrex. В треугольничке примерно Rise, Wolfbro, Хрипатый, Нейвер и Айнон у нас в печеньке. Вангрис идеальный. Вот я пропустил. А, Валк. А, Вангрис идеальный Валк в квадратике. А, хорошая идея. Да, давайте у нас печенька, крестик бегут налево. Треугольник, квадратик бегут направо. Во всех комнатах. У нас мастер ауры 2 получается. Корнеса есть, у спеллбаунда, естественно, тоже есть. Все. Все готовы? Погнали. А, стоп, стоп. А, хуй хорош, наверное. Это ж ты позвал? Это я что-то забыл. На ком крестик из миличников отходим? Анты и персу снимайте с мобов. Но последний. Давайте в этого быстренько зальем, чтобы новый не появился. Если что, буду крестик уводить. Ну почти. Пошли миленький крестик. А еще сразу сыграли. РДД большое, милики маленькое. Угу, далеко стоит. Трепещите, задохнитесь собственной ненависти. Очень аккуратней. От черепка отойдите. Удушающе сыграли. Удушающая пакт, не поспитесь. Лучам аккуратней. Портал. РТД давайте большое. Про диспел не забывайте. Ребята, разбегайте по своим порталам, пожалуйста.
пробегай вперед там разлагающий. Готовьтесь выходить. Выходим. Почти 30%. Нормально. А твои чьи-то шли? В разлагающие сыграли. А большого что-то не появился? Душа еще. Скоро будет. Мне как сбивать надо. А, все, не надо. Большой играем. Один портал, кто не зашел. Готовимся выходить. Выходим. 5 секунд у вас, 2 секунды у вас есть. Удушающе, там разлагающе. Лучи, от лучей дошли, от лучей. Прямо возле нас. Портал. Скай, ну ты ж, блядь. Заходи в любой. Большой ушла, от черепа отойдите. От черепа. В обратную сторону. Черепок в рейде там. Большой сыграли, все в большой играем. Выходите тоже большой, помогайте нам. Мобов на себя заберу. Лангрис, блядь, беги. Я выжил. Хорош. Все, все большое, потом мобы отвернулись от босса. Мастер, ровно на следующий дальше. Мастер. Еще. Ну, поменяйтесь что-то аурами со спеллом. Отвернулись.
Саня, не могу загреть его. Поднять? Карнас, давай поднимай. Вернулись. Меня все равно мне аурами обратно поводили. Отвернулись. Саня, собирайтесь обратно. Оно... Вернулись. Блин, а я даже не на фонте на это все. Ну все, там это Райз 200к выиграл. Только кто ему даст теперь эти 200к? Бог он желающий. А что ты не на фонте? Хотел копье что ли взять или грудь? Хотел копье, грудь я же взял. Хуй знает. Да на что этого, на сурва. На медведя а... копье вообще-то. Ну, кстати, мишки неплохое копье, да. Слушай, так... Ну, если это... никому не надо, я ДКшки его возьму, у меня с выносливостью проблема. Он же босс хочет взять на этом. А тебе зачем копье? Я возьму копье. Ну, потому что у меня там... пушка 226. Там урон. А у тебя, у тебя арпа нету. У меня 100% арпа, вообще-то. Если что. Бадам. Ой, все. Сильный, сильный. Арбалет уже забрал, за БСН носишь. Понятно. Так, ладно, давайте порову, где там что-то у нас. Ханты, нужна что-нибудь это? Нет, нахуй. Сомнительная хуйня. Я делаю его, ММО. Не знаю, меткости так дохуя без mm-hmm. этого. Забирай. Там это все стоит. Ща как босс ворвется в топ рекаунта. Там же скорость 3.5, тебе же 3.6 надо. Нет? Кто-нибудь знает, сколько двоечка вообще стоит это? 500. Нет, 250. 250, да, стандартом. Так, токены нужны кому-нибудь? Чё, я не знаю вообще. Смысл от них. Давайте рецепт просто порову. Подхилить. Чистый. Как это на тоненького было. Я бы так смеялся, если бы Зорки бы помер. Да пиздец, блядь, я обосрался, блядь. Не было ни спулена ни одного пака, где Зорки не умер. Не, ну только на передвязи со мной была. Опа, кожаный пояс, меткость РПБ. А зачем мы его бьем, этот пак? Репу.
Понял. С кем качаем? Это скрытая репа, вы не понимаете. Когда у вас будет перевознесение, у вас будет супербисовое кольцо. С алголоном качаем. Если хуевая репа, он пиздюлей будет давать. Вот раньше, если типа брать X1, можно было еще обузить, когда регенератов не было. Взял, пошел, рефракт сделал. Те, кто-то смс-ку прислал. Бан за обуз. МЧС там, блядь. Ураган, дожди. Это кубок. Тихо, блядь, со своими ураганами и дождями. То, что он спатоньки устроил. Не, оглашающий рёвку, это, по-моему, только жив в этом 25-ке. Это ж Silence, да? Это везде, когда хранителя это одного типа не берёт. Нет, оглашающий рёж, это в десятке его нету. Нет, есть. Это в... нету в десятке нету. Его. В десятке нет. Нету? Это когда ХМ делает. Кто помер? В десятке ХМ его нету. Может быть только если плюс ноль. Что боечки так активно сыпятся? Плюс ноль, наверное. Ну, можно попробовать, конечно, плюс ноль взять. Что, есть у кого там открыть-то эту дверь? А, у меня, по-моему, квест же нужно пойти. У меня, да, да, у тебя же квест. Блядь, я печать сторима не взял. Ебать, я дебил. Пиздой обратно. Там ящика нет уже. Почему? Потому что не исчезает. А ты проверь. Так, давайте, фул, ребаф, тактика. Ладно, сейчас давайте минуту АПК. Сейчас я арбузом буду. Блять. У меня дынька есть в холодильнике. Сочная, шо пиздец. Так арбузы и дынишь в августе, не? Ну так уже почти август. Ну сейчас химически уже приводится. Хилы у вас у всех есть ЮВА. Я здесь не для того, чтобы. То в пятой патче. Хотя, может, это и не понадобится. Нарез поставьте кому-то. Найти эту планету необходимо пересоздать. Я запускаю системный анализ, чтобы выявить зоны поражения. Не вмешивайтесь. Будем 2 ДЦ или в одного? Там дойти в 6 хилов, плюс 3 танка и все. В этот раз мы будем пробовать бегать все РТДшники сами по себе. То есть не будет метки на зорком. Смотрите внимательнее за звездочками, какие взрываются. На них Void Fury будет ставить звезду. Void Fury, ты давай здесь... Сова наша. Сова, давай ты все-таки в сову. Пирекс, ты давай в танка. А, Пирекс, ты тогда первый начинал танчить или второй? Первый, ну и здесь тогда сейчас начинай первый танчить, я буду сразу заводить. Донт, эсэсы? Да, эсэсы идеальный, а изукой... Так, сейчас напишу. А, Трич, Гарнеса, Люсио, ВСК и Сонга. В 2 ДЦ или в 1? В одного. На Карнесе висит СС. Да, висит СС и Зука, значит поменяйте с Тричем. Трич в идеального. Трич идеальный, Люсио в Скай. Все, СС есть, огурцы возьмите, еду покушали. Фласки чекнули.
Войд, начинай так же с, ну, с того места, где вы в прошлый раз, ну, в прошлый раз начинали. Это все понятно. Кто мне будет помогать? Два ханта? Да, тебе будет два ханта и Люсил. Угу. Два ханта и Люсил, вы бегаете за совой. Вот сейчас ее просто глазами найдите, вот на ней печенька стоит. Я печеньку сейчас убираю. Вы бегаете за ней, смотрите метку звезду, кого она ставит, на какую звезду она ставит метку звезду, в ту играете. По прожимкам у нас две сокры получается, два мастера аура. Сейчас чекну. Сокра один есть, сокра два есть тоже, да. Две сокры, два мастера аура. Корнес, давай ты первый на тьму бери. А, ой, блин, что тут делать? Ты в десятке не был, что ли, спел? Весело. Так, короче, сейчас появится 4 звезды. Мы, точнее, вот босс стоит, мы его бьем. Даем керу, спло, вливаемся в него, появляется через 15 секунд 4 звезды. Потом будут появляться также еще кары. Кара — это такая красненькая лужа небольшого размера на земле. Если ты стоишь над ней, она тебя подкинет и, скорее всего, шотнет. Если ты чуть дальше от нее уйдешь, она тебе будет бить меньше. Если еще дальше уйдет, еще меньше бьет. Поэтому от нее нужно отбегать. Сейчас у нас РТД стоят рейнджом, милики у нас стоят одним паком, опять же за Райзом бегают. РТД, смотрите внимательнее, чтобы там, где стоит милики, то есть они сейчас стоят за правой ногой. То есть если в них полетит кара, они перебегут на левую ногу. Возле левой ноги, соответственно, не тусите. То есть возле той ноги, где стоят милики, противоположно не стоять. Потому что они будут туда убегать от их кары. А в какой-то момент будет, как он там, сокрушающий, какой-то там удар. Суровый. Называется. Суровый. Суровый удар будет босс кастовать. Это обилка, от которой можно выжить, только спрыгнув в черную дыру. Черная дыра — это когда разбивается звезда, которую разбивает Void Fury. Она взрывается, наносит урон темной магии по рейду, и появляется черная дыра. Появляются также созвездия, просто моб, который таунтится, агрится, скорее всего, на хилов и неприятный. И этим мобом можно закрыть черную дыру. Их появляются 3 моба, но 4 черные дыры. Одну мы оставляем, и в нее мы будем прятаться от этого удара. Это будет команда отдельная. В принципе, все. Давайте, наверное, пробовать. Спел. На ходу учись. Арчек. Романов, Нейвер, Войд и Люсил играют в звездочки. Танчит первый пирекс. На него напулы. По боссу, первые 15 секунд играешь в босса, потом в звезду. Стой, ничего не делайте, не запускайте. Ассиста, да? Хорошая идея. Угу. А то как ты звездочки будешь ставить? Все, все готовы? Давай, ждем из окна. Началось. 1000 релогов. Ну слушай, лучше сейчас, чем во время этого трайфа уже. Нет, ну, еще таймер не идет. Это логично. А, так как у вас там этот... Два ДКшника типа танка, это, конечно, заебись. Но третий ДКшник, который ДДшник, лучше сразу ему скажи, чтобы звезду заводил. Вместе со Стопом. А я сразу сейчас заведу. Три одновременно ты не заведешь. Я говорю это к тому, что их три, и лучше, чтобы свободный и ДКшник этот помогал заводить другую звезду. Хорошо, давай, хрипат, видишь звезду, заводи ее. У нас как раз будет лужа примерно вот здесь, после звездочки одна. Потом одна будет вот за порталом, здесь будет лужа примерно. Ну вот где-то вот на них ориентируйся, в одну из них заводи. Просто я не знаю, вы как сориентируетесь, нет, было такое, когда бил, что танк и челик, который помогал заводить, таунтили одну и ту же звезду. Вы сориентируетесь, типа, если увидите, что... Я поэтому ему только что и сказал, какие заводить. Угу. Все, Изука тут, давайте еще один арчек,
У меня 30 секунд на фласке осталось, не знаю, как у вас. С едой стакается. Просто один раз нажми, она сразу активируется. Все, все готовы, давай, Пирекс. Первый пул долгий, пока стоим, ждем. Ну, Геру стандартность пула. Лично он усердно тапается. Забираю Верес. Кара в мире. За боссом, видите? Черную дыру. Дайте приста баф. Надо падать, надо падать. Давайте падаем, падаем, падаем. Так, как это? Мобы убили. Можно ливать, это, блядь, не игра, это просто пошли не нахуй. Поговори со мной. Пока. На следующий КД сделаю, сейчас уже. Да, Пирекс есть.
согласен, но что, что есть, то есть. Давайте заходим. Кара звезды анонсить? Кара анонсить? А у меня нет истерии. СДС по кому давать, слышишь? А, да, Дрищ. Дрищ, давай в идеального. Когда 3 минуты? Да, это мягко в идеального полюшка в Карнеса. На одном из них агро будет. Огурцы все взяли? Да, это мягко, когда 4 минуты. Ну, я дам, как откатится в идеального. Хорошо. Давай. Что мне ликвок дает, попав. Волк дает бафчик. Милишником. Бери лучше меня тогда в это в РТД. Ну, вместо Райза. Пусть Райз урнулует. Ну да, дополнительный. С уроном по звездам. Да, там. Так, ну что, давайте да арчек то популяем. Я сейчас просто буду сразу с пула стоять возле хилов, чтобы моментально поймать созвездие. Все, все готовы. Взгляните на мир другими глазами. Узрите необъятную вселенную, непостижимую даже для величайших умов. С РТД свиста взорвется. Берегитесь. Ага. Добил. Сейчас справа от босса. Рандик видим, будем сбегаться сюда. До каста 5 секунд. Это мой косяк. Ой, давайте падаем. Я забыл про это уже. Да, да, я не собрал просто босс. Причем я сейчас добавил только что Вуду себе стаки и не посмотрел на них. Ну, мобы, как обычно, убили. Давай, чтобы
давай себе бабу на выход мобов. Есть, есть. Да мне и так нормально, я могу выжить. Главное, чтобы только хотя бы парочку звезд забрали с меня и все. Будет я нормально. Я одну с пула забрал. Прям сразу, только приземлилась. Попало, да и все. На первый. Но я моментально забрал одну из них, но их там три. Ну, правильно. Но среди, да, по-моему, мы там завели их очень быстро, на самом деле. Еще не знаю, может быть, ты это... Хотя это дорого по мане, частицу перекидывать. Катя, кто покушал, кто готов? Огурцы возьмите еще. А, это портал. Ну почти. Неутомимо нету, кстати. Это мимо. Чисто в силки в силу перейдем. Стамина. А, по самому дайте, пожалуйста. Ну, подожди, у нас ДЦ, у нас ДЦшки нету, да. На четырех местах тут меняется. На трех, да. Два сокета на стене, но сейчас давай сделаем. По престоре баф дайте. Все, все есть. Квест. Квест есть.
Сейчас идеально вот это. И карнальс. Дрищ есть? А, вон. А, да это...